Итак, добрый вечер. Я уже с вами в комнате, я уже на связи. Давайте проверим звук, слышно ли меня, видно ли меня. Так, я вижу в комнате сейчас у нас 139 наших партнеров и гостей. Пожалуйста, подходите все. Так, жду еще. 143 прибавляется, отлично видно, слышно. Это очень-очень радует. Да, звук отличный, супер. Окей, пока мы тут все объединимся, у нас сегодня такой большой торжественный вечер. У нас сегодня наш день рождения, наш общий день рождения Incruises, да. Сегодня 4 года нашему дорогому клубу, 4 годика. Вот, и я хочу, чтобы мы все соединились сегодня. Кто где находится, кто в каком городе, кто в какой деревне, кто в каком океане или море, кто на митинге, кто на презентации, кто дома отдыхает на диване лежа, кто в круизе находится. Все-все дорогие наши партнеры. Я всех вас необычайно люблю, я вас всех поздравляю от имени Майкла Хатчисона, основателя клуба, от имени Франка Кадины, который его заместитель и тоже атлант этого большого круизного клуба, от имени всего руководства, от имени себя лично, от имени всех наших топ-лидеров, от имени Logo Incruises, от имени каждого спонсора я поздравляю каждого партнера. Сегодня такая большая годовщина. Сегодня нам 4 годика. И я с большим удовольствием сегодня для вас проведу презентацию. Я проведу презентацию для всех и для наших партнеров, которые уже партнеры, для вас, дорогие партнеры, потому что у нас общий праздник, и мы этому радуемся. И мы должны повторять нашу презентацию каждый день во сне и днем, и когда мы в круизе, когда мы занимаемся чем-то, мы должны помнить, кто нас кормит, кто нам дает еду из золотой ложечки, кто нам доставляет столько удовольствия в жизни последние 4 года, в частности, для меня 4 года, для кого-то, может, меньше, но сейчас даже эта дата уже не столь важна. А важно то, что клуб Incruises существует, что клуб Incruises просто разлетелся по всей планете. И также, конечно, я с большим удовольствием сегодня приветствую наших новичков, вообще гостей, которые первый раз пришли послушать презентацию Incruises, которые еще, возможно, ничего о нем не знают или совсем мало знают, потому что кто-то из вас им дал информацию и сказал: вы должны быть здесь, вы должны услышать презентацию. Да, зависание, к сожалению, я не знаю, как получится у меня или нет. Я, наверное, отключу пока меня, да, может быть, без камеры будет лучше. Звук наш, да, пропал звук, звук пропадает сейчас, вы меня слышите. Я также поставила на запись, потому что я нахожусь сейчас не дома, и поэтому, конечно, хочу без видео лучше. Окей, появилась, хорошо, отлично. Ну, это радует. Значит, я не буду включать видео, хотя я хочу вас видеть. Может быть, позже я еще немножечко включу, чтобы вы меня увидели живую, что я настоящая, и я вас тоже. Итак, дорогие наши друзья, я вижу, уже собралось нас тут 185, 187, ну, больше, 186, 188, подходите. Поздравляйте меня, я вас тоже поздравляю. Так, пока все сойдутся, дорогие наши, все партнеры, все гости, все, кто хочет услышать первый раз презентацию Incruises и узнать, что же такого замечательного дает эта компания, которая просто уже звучит по всему миру везде. Вот. Я хочу, чтобы здесь в чате написали мне те люди, которые еще не наши партнеры или которые только присоединяются, первый раз слушают презентацию. Напишите мне пятерочки. Вы здесь есть?
в нашей комнате, чтобы я знала, много ли вас есть, есть ли вы, или я сейчас только общаюсь с партнерами. Ольга, 5, ура! Ольга, вы везунчик, вам везет. Вы сегодня в такой большой день пришли послушать нашу презентацию «Инкруз». Александр Владимирович, 5, Алиса, 5. Давайте еще подходите, гости, кто первый раз пришел. Лариса Инкрус на строе, 5-5-5, ура! Мы растем. Я всех приветствую. Татьяна Костюченко, Надежда, всех, кто сегодня первый раз нас слушает. Здравствуйте, добрый вечер. И в начале тех интересных приключений, которые происходят в нашем клубе «Инкрузес», и тех событий, тех возможностей, прежде чем о них рассказать. Приветствую, Саян, приветствую, Ника. Я включу вам наше общее поздравление от нашей прекрасной команды «Инкрузес», которая поздравляет нас с вами с днем рождения, с годовщиной. Сегодня 16 января, 4 года, как уже работает вовсю наш клуб «Инкрузес» в интернет-маркетинге, в MLM-пространстве и вообще по всему миру. В 2016 году, 16 января, прозвучал первый такой большой колокольчик в интернете и объявил о том, что есть круизный клуб «Инкрузес». У нас сегодня праздник, и я вас поздравляю. Поздравляю. Продолжайте поздравлять. Вы можете писать здесь в чате все, что вы хотите сегодня, пока я буду читать вам, рассказывать нашу презентацию «Инкрузес». Так как я от всей души очень-очень люблю всех наших партнеров, всех наших лидеров, которые создали эти большие команды, которые сегодня соединились в одном таком большом сообществе, прекрасном сообществе, прекрасной стране, как я уже называю, стране «Инкрузес», очень доброй, очень светлой, большой, огромной, дарующей людям со всего земного шара возможность путешествовать, возможность увидеть эту красивую планету, возможность зарабатывать деньги легко, не напрягаясь, возможность удовлетворять все свои желания, потребности благодаря этим деньгам, получать финансовую свободу и летать куда угодно. Я сейчас нахожусь в Дубае, представляете себе, да, я сейчас веду презентацию с отеля, поэтому немножко переживаю за мою связь, то она есть, то она пропадает, но надеюсь, все будет у нас хорошо. И да, спасибо большое все партнеры из всех стран, Украина, Белоруссия, Россия, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Турция, Италия, Франция, Греция, Швейцария, Швеция, Америка, Австралия, Новая Зеландия, так, Арабские Эмираты, Пакистан, Уганда, откуда у нас еще нет партнеров, буквально отовсюду и со всех стран у нас в нашем клубе уже есть
наши круизеры. У нас в нашем клубе уже есть наши бизнес-партнеры. И это просто супер замечательно. И сегодня мне очень-очень радостно, что я могу эту презентацию вести, пусть даже из Арабских Эмиратов, хотя я сама из Украины. И этот Клубин Крузес я нашла в Греции, из Америки. Да, смотрите, как все, как этот наш прекрасный земной шар вертится. И какие дает нам замечательные возможности. И прошло уже 4 года с тех пор, как я зашла в этот клуб In Cruises. И сегодня нас так много. И сегодня мы поздравляем наш клуб и поздравляем друг друга, и мы соединяемся. И легко, наверное, мне сегодня вести эту презентацию, потому что уже столько всего сделано, уже столько всего достигнуто, что просто даже если самый последний Фома неверующий сегодня зайдет ко мне на презентацию и будет со мной спорить, он не найдет ни одного аргумента, который я не смогу ему вернуть обратно своими аргументами и все-таки положу его на лопатки. Поэтому если сегодня есть такие у нас мудрые люди, которые умеют спорить, можете писать возражения ваши, в чем вы можете еще сомневаться в In Cruises. После моей презентации я отвечу на любые ваши возражения. Их просто не может быть, потому что мы уже живем 4 года, и мы не просто живем, мы здравствуем. И мы уже своими результатами доказали, насколько этот элитный международный круизный клуб прекрасный. И почему он такой прекрасный, я вам сегодня расскажу в моей презентации. Но начну из наших результатов, начну из наших небольших фактов, чтобы вы поняли, что оперировать нужно фактами. То есть если вы хотите узнать, но вы в чем-то сомневаетесь, ищите отзывы, ищите факты, ищите результаты того, чего уже достигнуто в компании. Раз вы слышите, что эта компания уже существует, живет, работает, и ее поздравляют даже сами партнеры и пишут здесь, что эта компания самая шикарная, и благодарят друг друга, своих спонсоров и всех на свете, кто причастен к этому клубу, и показывают свои результаты, гордятся этим, значит, эта компания очень стоящая. Но наша компания не просто компания. Наша компания, я бы сказала, это феномен 21 века. Когда я начинала свою первую презентацию, это было именно 4 года назад, и я тогда была одна без вас всех, и без спонсора, и без команды, которая сейчас огромнейшая. И я очень-очень благодарю свою команду, вас всех, нашу огромную, такую классную команду, такую большую нашу семью, которая созвучна с каждым из нас из любого уголка нашей планеты. Я хочу сказать, что я тогда говорила в первой своей презентации, понимая, насколько это глобальный бизнес, понимая, насколько здесь огромная перспектива для всех, для простых особенно людей, я начинала свою презентацию из того, что я обращалась к будущим избранным людям и говорила: «Дамы и господа». И сегодня я тоже говорю вам и обращаюсь к вам: «Дамы и господа». Да, вы избранные. Вы избранные жить такой красивой жизнью, потому что есть такой красивый клуб In Cruises, который дарит вам такую возможность. И он уже подарил. И почему он феномен 21 века? Потому что это компания, которая уникальна, которая просто дает те возможности в совокупности, которые нет в любой другой компании. Это компания, в которой можно добиться всего абсолютно, и можно достичь всего, чего вы желаете, можно реализовать любые мечты в очень короткий срок, и дальше вы просто будете наслаждаться вашей жизнью. Итак, в нашей компании прошли 4 успешных года, очень-очень результативных года. И на данном этапе мы гордимся тем, что у нас уже 9000 круизеров в компании путешествует абсолютно бесплатно в круизах от клуба, за счет клуба. И я хочу сказать, что этих круизеров прибавляется с каждым месяцем все больше, просто сотнями, если не тысячами, да?
Настолько у нас очень много регистраций происходит, настолько очень большое количество людей присоединяется к нам в клуб, потому что они увидели то, чем живем мы. И мы гордимся тем, что у нас уже есть 9 миллионеров в клубе. Это наши партнеры, которые начали с нуля. Это такие же простые люди, как и вы все, как мы все. Это та именно возможность, которую дает этот клуб. В нашем клубе уже свыше 100 тысяч бизнес-партнеров, которые строят свои бизнесы, которые имеют огромные команды и имеют очень высокий доход каждый месяц. И десятки тысяч людей уже побывали, действительно побывали в круизах и постоянно едут в новые круизы. Десятки тысяч людей изменили жизни и изменили жизни других людей. И сейчас посмотрите вот только на этот слайд, который я показываю. Это слайд достижений нашей русскоязычной команды. На данном этапе у нас это результат до, включительно до конца 2019 года. За январь месяц здесь еще нет результатов. Они, я думаю, что цифры здесь увеличатся к концу нашего месяца. На самом деле в нашей команде уже свыше 900 маркетинг-директоров. Это те люди, которые получают $600 в месяц или около $600 в месяц и путешествуют бесплатно. Дорогие друзья, кто первый раз зашел к нам сегодня послушать презентацию, которую вы еще мало знаете, я вам все расскажу, самое главное сегодня, но я хочу вам показать результаты тех людей, которые уже здесь добились результатов, и их очень много. И это одно уже то, что вам должно сказать, что в этой компании надо быть, что с этой компанией нужно дружить, что в компании очень красиво жить и очень легко можно добиться результатов, если вы этого хотите, если вы пожелаете, если вы что-то сделаете для этого и обучитесь у наших лидеров. Итак, смотрите, сеньор маркетинг-директоров у нас 232 партнера. Это статистика из моего кабинета. Я вижу всех и все количество, которые людей на каких рангах. Это те ранги, которые дает наша компания, а за рангами стоят высокие зарплаты или доходы. Например, маркетинг-директор может получать или получает около $2000 в месяц. Региональных директоров у нас 64. Это те люди, которые получают, подскажите мне, сколько? $5000 в месяц, около этого, около этой суммы, да? Национальных директоров у нас 34. Представляете, 34 национальных директора в нашей русскоязычной команде. Это люди, которые получают около $10000 в месяц в долларах, реальных долларах, и путешествуют в круизах на огромных лайнерах бесплатно от клуба. Интернациональных директоров в нашей команде 21. Это люди, которые получают около $20000 в месяц. Исполнительных директоров у нас 8. Это люди, которые получают, или партнеры, бизнес-партнеры. Это очень солидные бизнес уже партнеры, которые не так давно начали свой бизнес Винкрузес, но они уже получают около 50 или 50 тысяч долларов в месяц. И дальше это наши миллионеры, члены совета директоров, в нашей команде их четверо, и они получают свыше 110 тысяч долларов. Я даже боюсь называть эти суммы, но тем не менее эти люди уже миллионеры, и они уже получили и вывели даже свыше миллиона или 2 миллиона долларов, будучи в клубе Incruises, и к ним скоро, очень быстро присоединятся и другие. Вот такие результаты, что касается финансового достатка, финансовой свободы, которую дает наш клуб Incruises и дает возможность также путешествовать с клубом бесплатно или по очень хорошей скидке. Я думаю, что результаты не просто супер, результаты сногсшибающие, фантастические, особенно если учитывать, что это всего 4 года прошло с тех пор, как начал наш клуб нашу деятельность. Это очень большие достижения. Я просто вижу, насколько быстро мы строимся. Я
Немножечко вам расскажу о себе. Для тех людей, кто меня не знает, меня зовут Ирина Аронец. Я являюсь интернациональным директором клуба InCruises. Я также являюсь первым русскоязычным независимым партнером InCruises. Я стартовала в этом клубе практически после того, как он был основан, через месяц, скажем так. 16 января 2016 года наш клуб открылся в интернете официально. И через месяц, в феврале месяце, я присоединилась в этот клуб, получив сообщение на мой email из Америки. И, конечно, я очень-очень заинтересовалась этим клубом и начала строить команду, начала переводить презентации на русский язык. И сегодня вот мы видим этот результат. Это результат не только моей работы, естественно, это результат всей нашей огромной команды, это результат каждого из наших партнеров, который сегодня слушает эту презентацию или который где-то проводит сам презентацию, потому что наши лидеры уже разъезжают по всему миру. Я знаю, что очень большое количество сейчас находится наших партнеров, около 800 или около 1000 находятся в Турции, да, и вы все видели, наверное, многие из вас оттуда прямые трансляции. Там у нас проходят региональные мероприятия. Такие региональные мероприятия время от времени у нас проводятся по разным странам и городам. И это все приводит к тем результатам, о которых я рассказывала на предыдущем слайде. И поэтому я очень горжусь, что в моей команде есть такие потрясающие люди, как вы все, которые каждый по-своему талантлив, который каждый по-своему креативен, который каждый по-своему хочет получить финансовую свободу и понимает, в чем смысл жизни и как взять то, что ему нравится, и делать для этого какие-то действия, особенные действия, и учить других партнеров, и учить других новых людей. И сейчас мы такая дружная большая семья, и сейчас в нашей команде свыше 50 тысяч членов, партнеров из 170 стран. Это потрясающе, и всего 4 года, и из них 4 миллионера, но я знаю, что будет нас очень много миллионеров, и мы сделаем еще очень-очень много и для нашей команды, и для клуба InCruises, который нам подарил такие возможности, и для всего мира. Ну, о себе немножко просто скажу в этом слайде, что я побывала уже в 7 круизах, фантастических круизах от InCruises, абсолютно бесплатно. По образованию я являюсь преподавателем, по моему роду деятельности я являюсь мотивационным спикером, переводчиком по собственной инициативе. Я переводила очень много материала InCruises на русский язык и, конечно, работала еще в туристическом яхтенном бизнесе в Греции, когда я там много лет жила, и у меня 15-летний опыт в MLM. Ну, немножечко о себе вам рассказала, но просто хочу сказать, что я влюбилась в эту компанию и с тех пор я занимаюсь только ею. Я приняла решение очень быстро, что это самая-самая прекрасная возможность, которая есть. Это лучшая компания из всех компаний. Это компания, которая создана, чтобы помочь вам, именно вам. Помочь в чем? Помочь в том, чтобы вы на протяжении вашей жизни сумели увидеть этот мир. Мы живем не только для того, чтобы зарабатывать деньги и тратить их, скажем, на еду, на жилье, на образование. Мы должны видеть эту планету, мы должны развиваться, мы должны радоваться жизни, мы должны нашим детям показать такие возможности. Но, конечно же, это для нас все считалось очень дорого и недоступно, потому что круизы – это что-то из области фантастики. Так думают и думали очень многие, когда первый раз услышали о круизах, о том, что мы говорим, что можно и нужно, и лучше, и легче, комфортнее, и выгоднее, доступнее путешествовать именно в круизах. И сейчас мы это утверждаем, потому что мы в этом уверены. Мы это партнеры, которые уже неоднократно путешествовали. И когда наши партнеры, наши круизеры возвращаются с круиза со своими фотографиями, со своими видео, мы смотрим, как они преображаются, мы смотрим, что на каждой следующей фотографии
фотографии, улыбки, их становится все больше и больше, все лицо все больше сияет, и душа все больше раскрывается. И настолько им это нравится, что они просто прилипают уже навсегда к нашей компании. Ну а как же иначе? Разве может еще кто-то похвалиться тем, что он дает возможность путешествовать дешевле? Или путешествовать бесплатно? Или при этом еще и зарабатывать? Нет. Я не знаю ни одной туристической компании, поверьте мне, я очень много компаний анализировала, прежде чем начать дело в клубе Incruises, так как это моя самая, мое самое любимое дело, туризм, и круизы – это самая первая, ну, такая невероятная возможность, которая действительно, я считаю, ну, самое-самое интересное, что может быть у человека вот, вот так вот по морю, такому разному, такому красивому. Вы знаете, я уже очень много морей видела в своей жизни, много океанов, и каждая из них очень красивая. Они все разные, они все переливаются разными красками. Какое-то море может быть темным, может быть буйным, бушующим, и волны просто поднимаются вверх, и краски меняются от светлого до темного, и оно интересное. А какое-то море может быть, ну, как, например, черное, какое-то море может быть очень спокойное, как средиземное, от синего к голубому переливаться, мягкое, спокойное и чарующее. Какое-то море бирюзовое, например, как карибское, да. Здесь, находясь сейчас в Дубае, в Персидском заливе, я открыла его совсем по-новому. Оно вообще меняется, как в калейдоскопе краски. И вы знаете, всегда оно чарующее. И я очень часто говорю с морем. Я считаю, что это... Ну, я не считаю, я уверена, это я знаю, это моя большая страсть. И за морем я вижу прекрасные картины. Это те лайнеры, которые нас везут в другие страны. В какие страны? Да, любые страны. Вот какие вы хотели бы... страны себе, ну, помечтали в своем воображении, куда бы вы хотели отправиться, поверьте мне, в любой стране вам будет интересно. Каждая страна или каждый город интересен по-своему. Каждый круизный лайнер тоже отличается от другого и тоже интересен по-своему. И вам в любом круизе понравится. И вам в любом круизе, даже если вы повторно поедете, второй, третий раз, вы все равно увидите что-то новое, то, чего вы не видели еще. Этот мир оказывается безграничный, и чем больше мы его открываем, тем больше мы поражаемся, что нам нужно еще и еще куда-то отправиться. И вообще, я часто думаю, а хватит ли мне жизни, чтобы увидеть все те прекрасные места, которые я еще не видела, хотя я уже очень-очень много видела. Я для себя открыла недавно... такое открытие. Google начал мне присылать, где-то я там подписалась, кстати, если вы можете, тоже себе откройте, гео, как это, место, да, где вы находитесь. Вот, я как-то раньше его не открывала, а потом дала доступ. Ну, не открывала почему? На телефоне, на смартфоне, потому что думала, что Google считывает всю информацию. На самом деле, я все-таки рискнула, человек рискованный. Вот, и мне стало интересно, хорошо, если я покажу свою геолокацию, что будет. И вот буквально за два последние года он видит, он меня преследует, где бы я ни находилась, и собрал мне уже коллекцию, я просто удивилась, что у меня, оказывается, там уже 184 тысячи километров проезжено за эти два года, кажется. Я должна сделать это даже видео документально. Вот, я не помню, сколько стран, огромное количество, где я уже побывала. Представляете себе, это даже если вы уже не помните, я уже начинаю забывать. У меня столько архива из этих фотографий, видео, из круизов, из поездок, то Google все помнит. Поэтому очень важно, вы можете потом себе такую составить историю вашей жизни даже благодаря Google. Он вам с картинками покажет, где вы были. Как только откроется ваш Wi-Fi на телефоне, он зафиксирует место, где вы были, место, страну, даже порт, даже кафе, где бы вы ни выходили, и вы время от времени будет вам присылать такие уведомления. Это как ваш личный календарь вашей личной жизни. Клуб путешествий, вот чем мы живем. И, конечно, все это
И это все нам подарил Клубин Крузес, в который мы влюблены. Ну а как же иначе, если нас уже такое огромное количество признается, людей признается ему в любви? Ну, значит, есть за что любить. Вот. И подумайте, пожалуйста, и вы, кто еще не с нами. Я думаю, что вы уже хотели бы быть с нами. А если мы говорим о том, что да, это элитный, да, это красивый, да, это лакшери путешествия на таких больших лайнерах, где предоставляется буквально все, но в нашем клубе вы можете заплатить намного меньше. Вы можете даже вернуть эти деньги, вы можете даже приумножить эти деньги. Вас бы это заинтересовало, я думаю, что да. Ну а как же иначе? Вы же любите себя, вы уважаете себя, вы цените себя, вы понимаете, что вы достойны очень-очень красивой жизни. Жизни, которая принадлежит только вам, и вы выбираете, как ее прожить. Красиво, полноценно или как-нибудь. Мы выбрали первый вариант, и мы делимся этим вариантом с вами. И мы вам представляем этот потрясающий американский международный Клубин Крузес, который на самом деле не сказочный, который на самом деле очень-очень официальный, легальный. Да, он единственный в мире такого рода клуб. И он имеет очень серьезную основу, он основан на членстве. То есть мы здесь не продаем круизы, хотя у нас есть 5000 круизов, чем мы очень гордимся. Наш клуб имеет свой личный сайт incruises.com, на котором есть круизный поисковик, и вы можете там увидеть 5000 круизов от самых известных и самых крупных круизных линий, которые работают уже в мире очень много лет и которые перевезли уже свыше 30 миллионов пассажиров. Даже только за этот год. И каждый следующий год по статистике Всемирной ассоциации, круизной ассоциации КЛИА, в которой у нас тоже есть официальный номер регистрации, говорится о том, что мы просто в самой-самой ответственной, самой интересной круизной индустрии. И эти круизы мы имеем через напрямую от этих круизных линий. У нас соглашение, у нас договора. Наше руководство клуба Incruises сумело придумать такой гениальный план, по которому осуществились все задуманные мечты основателей этого клуба, и поэтому сайт создан в виде круизного поисковика, на котором можно бронировать эти 5000 круизов. Какой вы пожелаете, такой вы сможете себе выбрать, если вы станете членом нашего клуба. Мы, конечно, в большом приоритете по сравнению с любым туристическим агентством, хотя я со всем уважением отношусь к любому туристическому агентству, потому что если бы не они, то мы бы не узнали раньше еще, что, оказывается, можно по миру так путешествовать интересно, да? Поэтому все, что есть, и все, кто чем занимается, это все замечательно. Но если приходит какая-то лучшая идея, почему бы ее не воплотить? И эту идею именно мы нашли в Incruises. И почему Incruises занимается исключительно только круизами? Ну, потому что уже огромное количество людей из разных стран мира определило для себя, что все-таки сейчас мир настолько быстро, стремительно бежит вперед, настолько суетлив, настолько все нужно успевать быстро меняться, что все это становится утомительным, чтобы приезжать из страны в страну с чемоданами в какой-то отель и потом снова куда-то еще для того, чтобы отдохнуть. А вот в круизе на таком лайнере, красавцы, это же настолько комфортно. Вы приехали в порт, и вам как не просто как белым людям, а как очень интеллигентным белым людям, аристократам, к вам просто так обращаются, да, вас забирают сразу багаж, вас сразу очень красиво обслуживают, начиная с первой минуты и до конца вашего круизного путешествия. Вам предоставлено абсолютно все, от изысканной кухни, которую вы можете пробовать и кушать, и наслаждаться, и объедаться в течение всего дня,
на некоторых лайнерах даже ночи, до театральных представлений, до различных анимационных шоу, которые проводятся на этом корабле, до экскурсий, которые вам будут показывать в разных портах, в разных странах, где будут останавливаться эти круизные лайнеры. Так что сказка благодаря нам, благодаря Incruises и, конечно, нам, ее партнерам, стала были уже сейчас. И мы можем говорить вам с радостью, что мы это делаем, значит, можете и вы. А что вы можете? Вы можете отправиться в круиз дешевле от нашего клуба, вы можете отправиться в круиз бесплатно от нашего клуба, и это 100% правда. И вы можете зарабатывать даже путешествия в таких прекрасных круизах. Ну а теперь посмотрим, как же это все возможно. Как же создан этот клуб, который имеет 5000 круизов, как он дает возможность такому количеству людей путешествовать дешевле, казалось бы, да? Вот, ну, все достаточно просто. Придумано так называемое круизное членство. То есть все мы, которые соединены в этом клубе, мы все члены клуба. Члены и, может быть, и партнеры. Что дает нам это круизное членство? Естественно, мы вначале оплачиваем наше участие. Этот клуб очень солидный, он продает круизы, как я вам сказала, от очень брендовых лайнеров. И, естественно, эти круизы стоят больших денег. Но так как у нас существует такая программа лояльти и для наших членов клуба, то есть мы можем по накопительной программе себе накапливать, так сказать, в рассрочку наши круизы, да, постепенно, по накопительной программе, то для нас существует скидка согласно договоренности клуба и круизных линий, и мы должны только оплачивать наше членство. Членство в клубе стоит $100 ежемесячно. Если вы хотите иметь доступ к этим круизам, если вы хотите их бронировать сами себе, то, что вам нравится, если вы хотите их иметь дешевле, значит, станьте членом клуба и оплатите ваше членство $100. Это очень-очень выгодно. Это очень-очень престижно будет для вас, когда вы это поймете настолько, насколько поняли мы. И клуб вам скажет сразу спасибо. Клуб вас отблагодарит за то, что вы даете так называемые, ну, так, ваши $100 в эту общую так называемую круизную кассу, да, накопительную, ваши $100 вам даст еще от себя 100, то есть удвоит ваши деньги моментально, и вы будете иметь ежемесячно по 200, не по 100, а по 200, 200 круизных долларов, и будете себе из месяца в месяц накапливать эту сумму на ваши круизы, и ваши круизы таким образом будут вам дешевле. Каким образом? Например, вот здесь показано, что вы будете копить 5 месяцев, оплатите $500, получите $1000, да, 1000 круизных долларов, и когда вы будете покупать круиз, вы будете его оплачивать в круизных долларах, а не в реальных долларах, как это обычно делает в турагентстве. И поэтому получится вам скидка от 20 до 50% в зависимости от срока вашего пребывания в клубе как член клуба. И все это вы можете проследить на нашем сайте, если вы зарегистрируетесь по ссылочке того человека, кто вас сюда пригласит. У нас только по личному приглашению в клуб можно зайти. Вы не можете просто так зайти. Вы можете услышать много информации, но вы должны выбрать того человека, который вам понравится, который вам даст информацию, который вам даст свою ссылочку и скажет: «Друг, приходи, у нас здесь очень классно, у нас замечательно, мы путешествуем, и ты увидишь, насколько тебе понравится. У нас все становятся очень добрыми, у нас все становятся очень отзывчивыми, у нас все становятся очень умными, проходя определенные тренинги, которые подготовила для нас компания, нас обучают, мы сами обучаемся, мы становимся большими лидерами, обучаем других. У нас настолько интересно, что никто не хочет отсюда уходить. Поверьте мне, поверьте всем нашим партнерам». И поэтому приходите и посмотрите еще вот эту программу лояльности. Чем больше вы будете оплачивать, чем дольше вы будете оплачивать ваше членство как члены клуба, тем больше у вас будет скидка. Это просто для членов клуба. Если же вам интересен второй вариант –
который просто коренным образом меняет всю вашу жизнь и 100% поменяет, тогда вы станете еще и партнером, и вы сможете отправиться в круиз бесплатно. Как же это происходит? Неужели это возможно? Мы прошли все, мы слышали в интернете много вначале негатива в нашу сторону, нам не верили, говорили, вы не можете путешествовать без такого нет нигде, ни в каком турагентстве, ни одна компания не предлагает, не дает бесплатные путешествия, вы врете, как такое можно, а мы продолжали делать свое дело, а мы продолжали делать то, что нам говорит компания, потому что компания нас никогда не обманывала, она сказала, даст 200 круизных долларов ежемесячно, она это сделала. И я 4 года нахожусь в клубе, 4 года я получаю ежемесячно 200 круизных долларов бесплатно на свой счет. С тех пор, как я стала бесплатным членом, то есть вышла на бесплатное членство. Что значит бесплатное членство? Это пригласить 5 человек в клуб. Если вы расскажете всего 5 человекам, которым понравится то, что вы им предложите, то вы будете... то вы, конечно, будете иметь этих прекрасных 5 друзей, которые помогут вам путешествовать бесплатно. Ну, а они, смотря на вас, смотря на нас, сделают то же самое и тоже отправятся, я уверена, очень скоро в путешествие бесплатно. Что для этого нужно? Ну, нужно выучить наш еще бизнес-план. Почему? Потому что у нас есть очень мощный, очень высокооплачиваемый, очень солидный компенсационный план. Я вам сказала, что компания InCruises, она вышла в интернет, то есть ну, многие меня спрашивают, вот сейчас как бы скажу и об этом, многие меня спрашивают, а почему Ирина сегодня 4 года, если мы читали на слайдах, что клуб основан в 2015 году, или где-то на сайте написано, и в 2015 году, и в 2016 году. Я вам скажу так. Да, официальное начало нашего старта, нашего клуба, как первая подпись, как первая регистрация общества с неограниченной возможностью, то есть первый документ был подписан Майклом Хатчесоном, основателем клуба, в августе месяце 2015 года. Это как бы... ну, начало, даже рождение, ну, можем сказать, рождение нашего клуба. Я бы сказала, это такое предродовое начало, да. Затем начали подготавливаться документы с круизными линиями, начали подготавливаться переговоры, отбираться круизы, тестироваться, сбор документов. На это все еще прошло несколько месяцев. То есть это не было сразу, не был старт компании на рынке. Старт компании официальный на рынке, где они объявили о себе, где они вышли с рекламными материалами, где они запустили уже сайт официальный InCruises и сделали официальную рекламу и предрегистрацию, это было именно 16 января 2016 года. Именно с того момента началась реклама в интернете. И поэтому я в то время работала в других компаниях, но я следила за всеми новыми компаниями, которые выходили на рынок. Я анализировала все, потому что мне было очень интересно, и работала в разных компаниях. Вот, но, видимо, и предчувствовала, уже ждала InCruises, было у меня и это. И когда я получила это буквально через месяц, даже раньше, я начала слушать первые презентации, первые вебинары, это были вебинары самого Майкла Хатчесона. Вот, первые вебинары, когда было еще всего 11 человек в клубе. То есть было двое испанцев, это был Абель Прието, который сейчас, вы, многие из них из вас знают его, это наш вайс-президент, да, вот, и был еще зашел Джонатан из испанской команды, это были первые партнеры, и также руководство клуба, вот совсем-совсем мало, так начинался клуб, и были робкие-робкие первые шаги в первом году, в 2016 году, и не было 5000 круизов, было всего 30 круизов на первый год, и они начинались только летом 2016 года, а до лета мы
рекламировали просто, так сказать, в пустую, в глухую стену, рассказывая о том, что есть Incruise. То есть шла раскачка материала, шла раскачка имени. Рассказать миру о том, что пришел такой клуб. Он хочет покорить мир, но, естественно, это все не так легко верилось. Это было зарождение, да, именно наняла. Это было зарождение. Первый год это было зарождение, вот, рождение. Второй год это уже начались, так сказать, мы заявили о себе, начались первые проверки, мы поехали в первый круиз, затем второй круиз, и начались так, вот такие вот наши как бы первые доказательства. Люди потихоньку начали к нам подходить в клуб. Сначала те, которые понимали, которые были в круизе, которые верили в это, знали, что это очень классно. Но мы встречали на своем пути очень много возражающих людей, далеких от этого, которые просто думали, что здесь ловушка, что здесь очередной какой-то обман, как это возможно, тут какие-то круизы с такими ценами, какие-то круизы, которые люди говорили, где круизы, это для меня вообще немыслимо, я не могу поехать в другую страну, о чем вы говорите, у меня нет денег там вообще на жизнь, у меня нет работы, а тут вы, значит, предлагаете какую-то, это не для меня, это для миллионеров. На самом деле мы пробивали эту стену и ее пробили. И сейчас эти люди, которые не верили или такие же, как они, сейчас они уже стали миллионерами, говорят о том, что да, вот эта компания, вот этот бизнес, вот, это потрясающая возможность, которая действительно существует, она работает. Неужели вы еще не верите? Посмотрите, какой у нас маркетинговый план. Посмотрите, какие у нас доходы. Хотите такие же? Ну, значит, будьте с нами. И все. И рассказывайте об этом другим. И вы будете получать 5 бонусов по маркетингу, как реальные деньги, которые вы можете выводить на реальные карты платежной системы, о которых побеспокоилась та же компания наша Incruises. И вы будете выходить на лидерские ранги, которые вас сделают очень значимыми, которые вас сделают очень солидными, которые вам дадут ваши возможности удовлетворить. Да, и вы будете радоваться снова и говорить с днем рождения, прекрасный клуб Incruises. И вот, пожалуйста, этот слайд, на котором вы можете посмотреть суммы тех заработков, с которых я начинала мою презентацию, говорила, вот у нас уже столько маркетинг-директоров, столько-то региональных, столько-то интернациональных. Вы видите, все это реально. Вы хотите получать $600, 2000, 5000, 10, 20, 50, 110. Выбирайте, какую вы сумму хотите получать в месяц. Поставьте себе цель, за какой срок, пропишите ваши шаги, как вы придете, когда к этому, обратитесь к вашему спонсору, он вам покажет все шаги действия, как можно зарабатывать, и если вы зарегистрируетесь в наш клуб, вы можете получить одну из 3 наших платежных систем от Cuba Incruise, именную карту Visa или именную карту MasterCard, и будете выводить деньги в любой стране. У меня таких карт разных от Cuba Incruise уже 4. Я по всему миру разъезжаю, мне не нужно возить за собой мешок денег, я могу с любой картой пойти в любую ATM, как это называется, механи, я уже не знаю, на каком языке, я уже запуталась во всех моих языках. В общем, вы поняли, банкомат, да? Вот, выводить оттуда, я даже не вывожу, я во всех магазинах, во всех отелях, вот сейчас я нахожусь в Арабских Эмиратах, нахожусь, я уже просто не перестаю со всех этих карт, с одной, то с другой, оплачиваю все, что угодно. Вот, и живу припеваючи, и уверена, что очень многие наши также живут припеваючи, им очень нравятся эти карты. Эти карты американские, эти карты связаны с банками, с очень солидными банками. И можете себе представить, если они, наш клуб Incruises имеет возможность иметь такие карты, то тут даже нельзя сомневаться вообще ни в чем, потому что банки – это самая официальная финансовая, так сказать, финансовое руководство, которое скажет вам, что
если вы незаконно послушны, если у вас нет ваших регистрационных свидетельств, лицензий и всего, что нужно, то мы даже дверь вам не откроем, не то что карты какие-то. Поэтому через эти платежные системы наши люди выводят большие суммы денег, и наш Купин Крузес уже мультимиллионерная компания, миллион-долларовая компания, которая имеет такие доходы. Откуда такие доходы в нашей компании? Ну, я же вам сказала, что у нас 5000 круизов от самых брендовых круизных компаний. Посмотрите на этот слайд и на этот лайнер. Сколько здесь этажей? Где-то 18-20. И таких у нас около 200 круизных лайнеров в нашей базе, и они имеют маршруты по всему миру в круизах еженедельно. Еженедельно. С одним маршрутом отправляется на таком лайнере от 5 до 6 тысяч пассажиров постоянно. И мы, наш клуб дает больший поток туристов и больший поток круизеров на такие круизные лайнеры, чем туристические агентства. Поэтому с нами очень считается. Поэтому мы так громко о себе заявили и пробили нашу дорогу как на эстафету монополизации, то есть монополии в круизной индустрии. И я уверена, что мы ее займем. Рано или поздно. И наша сегодняшняя 4-летняя годовщина – это уже не просто фундамент, это уже ступеньки, которые нас поднимают все выше и выше. Фундамент мы закладывали в 1-м и 2-м году. Вот, 3-й и 4-й год мы просто очень бурно, резко и стремительно поднимались. И сейчас нас просто несет. Такое количество людей регистрируется, что даже уже не изучая подробно наш материал. Почему? Потому что везде уже инкрузес. Я просто тоже поражена, я много разъезжаю в последнее время, и я просто удивляюсь, в разных странах и городах инкрузес, вдруг натыкаясь на случайных людей, даже здесь, в Дубае, и я говорю инкрузес, мы слышали инкрузес, вы представляете, люди те, которые вообще не в клубе. Я удивляюсь, насколько мы сейчас на слуху. Мы на слуху везде в интернете. Если раньше нас вообще не воспринимали, там первый год, может, еще второй, над нами подсмеивались, то сейчас с нами те, которые тогда подсмеивались и гордо несут вместе с нами это знамя «Инкрузес вперед». Это те люди, которые оставили свои компании или, может быть, не оставили свои компании, но увидели, что здесь они могут найти то прекрасное. Почему? Потому что здесь у нас отдых. Отдых нужен всем. Мы никому не конкуренты. Люди все любят отдыхать. И люди все должны отдыхать качественно, а не просто так. Вы не должны тратить деньги впустую. Вы должны тратить деньги ваши разумно и с экономией. Именно такую возможность дает вам инкрузес. Инкрузес, который я люблю, обожаю вместе с вами. Ну и, конечно, здесь еще у нас очень много различных бонусов. Кроме тех денег, которые вам перечислила, у нас еще есть бонусы мгновенные, которые вам сразу выплатят за тех людей, которые вы приведете в клуб. Вам подарят часы Rolex. Их, кстати, у нас уже имеет сколько... Ой, где-то уже человек, наверное, 15, я уже забыла, даже не помню, честно говоря. Вот, и каждый месяц новые будут получать часы Rolex. А часы Rolex очень дорогие, от 10 тысяч до 25 тысяч долларов и выше. Это подарок от компании, если вы выйдете на один из 7 рангов. И если вам даже то, что я сказала, для вас не убедительно, то посмотрите еще вот эти главные 5 причин, почему вы должны присоединиться к нам. Потому что наша управленческая команда – это просто потрясающая управленческая команда. Это основатель клуба, которого мы все очень любим, ценим, уважаем. Майкл Хатчесон, которому пришла в голову эта гениальная идея, который позвал своего друга, бизнесмена Франка Кадину, имеющего программное обеспечение, имеющего потрясающий ум, стратегический ум, и они вместе открыли этот клуб в 2016-2015 году.
и в 2015-2016 запустили. И я очень долго, 3 года я работала вместе с ними в качестве переводчика на русский материал, и я знаю, насколько это прекрасные люди, и насколько они гордятся своей компанией, и как они ее любят, как они думают каждую секунду, как бы усовершенствовать, что, где нужно поправить, где нужно что-то поменять или сделать лучше. Они хотят, чтобы вы все жили так же, как и живут они, счастливо, умиротворенно и делясь с людьми такими возможностями. Они простые люди. У них также есть свои, бывают личные какие-то проблемы, трудности, но они работают, очень много работают. И мы берем с них пример, они нас обучают. И они очень много для нас дают, они нас развивают, и они нас привели в эту самую признанную индустрию. Круизная индустрия настолько популярна, что, как я говорю, это просто жемчужина. После нефти, которая дает, конечно, очень большой достаток, да, ну, это миллиарды долларов, но ее, к сожалению, могут иметь страны, могут иметь какие-то отдельные, может быть, государство, а вот туризм может принадлежать всем, ну, абсолютно всем. Никто не может кого-то забрать вот часть этого туризма. И именно сейчас самой популярной нишей в туризме это стала круизная ниша. И она дает в год около 87 триллионов долларов. Миллиардов долларов, да, то есть это индустрия очень мощная. И посмотрите, насколько это все интересно, потому что каждый год строятся новые лайнеры, каждый год планируется создание новых лайнеров, которые будут очень-очень мощно оснащены самыми новыми технологиями. Технологии меняются каждый год, несколько раз в год что-то новое, потрясающе новое, настолько интересные, что когда люди это видят, им кажется, боже, неужели это возможно? Но когда мы начинаем это использовать для себя, нам настолько нравится, нам настолько это комфортно, что нам кажется, что уже жизнь без этого невозможна. Вот я была в Японии, да, в очередном из круизов, и удивлялась, в магазинах настолько всего, каждую мелочь продумали там и сделали, чего, может быть, нет в наших странах. Я думаю, боже, как они додумались до этого? Ну, без этого же можно жить. Но когда я начала смотреть на эти вещи, они для всего это действительно нужно, это удобно. Почему бы нет, если это облегчает жизнь всех наших людей? И, конечно, наша компания – это самая лучшая компания, мы это говорили, будем говорить. Она проверенная компания, у нас уже 14 языков на сайте, у нас уже мощная команда топ-лидеров, которые ездят по странам, обучают всех, которые поднимают другие команды, которые помогают вам всем и нам всем. И мы гордимся, что мы можем быть в такой красивой компании с такими красивыми людьми, и что мы становимся примером для самих себя, для вас всех. И мы ждем вас, потому что к нам присоединятся еще больше и больше таких людей, которые осветят наш путь еще больше, которые сделают нашу жизнь в клубе еще прекраснее, креативнее, которые привнесут что-то новое. Я просто восхищаюсь, когда вижу, как, ну, кто-то, нас так много уже, когда нас было еще несколько человек, и каждый что-то приносил с собой, ну, свое, да, личное, и это было нужное, то сейчас у нас уже такое огромное количество лидеров, что просто не успеваешь это все смотреть. Но когда смотришь и думаешь, как же вот такой вот как бы, ну, обычный материал можно по-разному преподавать, преподносить, и все равно он интересен, да, и все равно что-то полезное вы можете найти. Поэтому смело вступайте в клуб. Есть вариант первый — стать членом за $100 в месяц, получить 200 круизных долларов. Есть варианты не быть круизером, а стать просто бизнес-партнером, чтобы зарабатывать деньги, приглашать людей в клуб. Тогда вы можете просто купить лицензию за $195 один раз в год, на следующий год за 95 продлите, и вы будете приглашать людей зарабатывать деньги. Единственное, вы не будете ехать в круизы, если не будете членом.
и вы не все бонусы получите. Но если вы выберете тот вариант, который выбрало большинство из наших членов, партнеров клуба, вариант третий, и станете членом-партнером всего за $295 один раз оплаты, и постарайтесь быстренько пригласить 5 человек, то поверьте мне и всем нам, что вы больше ничего никогда не будете платить, а вы будете иметь бесплатное членство и будете зарабатывать очень-очень хорошие бонусы. Итак, присоединяйтесь в качестве члена-партнера сегодня. Окей. Зарабатывайте все, что дает наша компания. Если вы хотите узнать подробнее, сколько, что, какие бонусы, я вам рекомендую обратиться на наш сайт. Там есть маркетинг-план, подробное описание всех бонусов. Или попросите ваших спонсоров, они вам все пришлют. И видеопрезентации, и документальные презентации. И вы будете знать, как вы можете здесь зарабатывать. Что еще хочу сказать, что у нас очень много замечательных промоушенов, замечательных дополнительных бонусов и, конечно, быстрый старт для новичка. Вам напоминаю, сейчас не буду на этом останавливаться, потому что время, деньги, да, у нас уже час, как я говорю. Вот, есть у нас также записи, но быстрого старта, да. Но я хочу сказать новичкам, обязательно постарайтесь обратить внимание, изучить этот быстрый старт для новичка, его выполнить, сделать, и вы тогда очень быстро выйдете на хороший старт, очень быстро поедете в круизы, быстрее накопите деньги, которые вам покроют и авиабилеты, и ваши другие расходы, и на экскурсии. И за вами уже будет идти готовая команда в 30 человек, которая будет также приглашать, и которая также захочет отправиться в первый свой круиз и пить шампанское за то, что вы станете маркетинг-директором, что вы заработаете бонусы, что вы наконец-то обрели свое прекрасное место в этом клубе Incruises, и что мы пьем вместе сегодня шампанское в честь дня рождения Incruises. Поэтому действуйте сейчас, ждать некогда. Жизнь ваша в ваших руках, она очень быстро может уйти, а вы подумайте о том, что вы вспомните в конце вашей жизни. Мы хотим не вспоминать, мы хотим этим жить каждый день и каждый день наполнять себя все большими эмоциями, все большими прекрасными воспоминаниями. И не только, мы хотим проживать эту жизнь здесь и сейчас, будучи в этом моменте, жить реальностью, жить в круизах, которые очень замечательные, встречаться друг с другом на различных наших мероприятиях, встречаться с нашим руководством, делиться впечатлениями, встречаться на тренингах, просто жить красиво, путешествуя по этому миру. Поэтому вступайте в клуб и делайте все для того, чтобы вы вышли на те же ранги, на те достижения, на которые вышли мы все. Или же просто станьте членом клуба и отправьтесь на зип-лайнере, вот на таком шикарном круизном лайнере Royal Caribbean. Если даже вы очень боитесь за свои деньги, то наша компания настолько не боится потратить деньги, что она дает вам money back гарантии. То есть в течение первых 14 дней вы можете запросить свои деньги, вложенные, например, эти 295, обратно, и вам пришлют их без проблем и даже без лишних вопросов. Наша компания очень богатая, наша компания очень солидная. Наша компания показывает вам, как стать богаче и как вам стать умнее, образованнее и стать счастливее. Поэтому я еще раз вас поздравляю с тем, что вы, я думаю, присоединитесь к нашему клубу. И сейчас я заканчиваю свою презентацию. Если у вас какие-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я буду рада ответить на любые ваши вопросы. Я еще раз хочу всех-всех поблагодарить, наших партнеров, всех, всю нашу команду, такую дорогую,
такую золотую, как можно получить эту презентацию. Я записываю эту презентацию, и когда получится запись, то я вам скину по чатам, хорошо? Вот. Спасибо, спасибо. Я рада, что вам понравилась презентация. Я рада, что у меня все прошло хорошо.